Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас будет видеообзор на вот такую шоколадку. Давно хотела я ее уже посмотреть, искала ее в магазинах и наконец-то нашла в ленте за 109 рублей. Это по карте лента, без карты, там, по-моему, 130 рублей, где-то так. Вот, мне очень интересно, какая же она внутри, потому что по моим обзорам вы знаете то, что здесь нарисовано одно, а внутри совершенно другое. Конечно, так не всегда бывает, но часто. Вот сейчас я хочу, чтобы вы мне в комментариях написали, такая же она внутри или не такая. Вот, напишите обязательно. Вот здесь новинка написана. Здесь также есть другая. Там, не помню, там с чем она... Молочная, по-моему, какая-то. И не помню, чем-то еще. Здесь вот она с клубничным вкусом. Вот. 85 грамм, кстати, всего лишь. Даже не 90, а всего 85. Не знаю, 85 грамм, сколько там можно всего такого положить. Вот, на ощупь. Не знаю, на ощупь там непонятно. Там... Кажется, что как будто плитки не такие вот стандартные большие, а какие-то маленькие, прямоугольные. Так, сейчас мы состав посмотрим. Я его сфотографирую, он в любом случае будет там. Но он большой. Раз, два, три. Три Е-добавки. Три вроде бы. Вот. Ну, у вас мутно? Он будет в любом случае в конце ролика. И вы посмотрите. Состав довольно большой для шоколадки. Считать его не буду. Называется он дуэт клубничным. Белый шоколад с клубникой декорированный. Декорированный он там должен быть по-любому. Ну, открываем, смотрим, что там. Мне самой очень интересно, но, честно, мне не верится, что там будет точно такой же шоколад, как на картинке. О, смотрите, вау, слушайте, не обманули, ничего себе, такой шоколад и кушать даже жалко, и такой шоколад можно подарить, не обманули. А с этой стороны, видите, просто обычный, но все равно что-то другое. Видимо, они знали, что я буду писать обзор, и положили ее именно сюда. Комочками, а я с той стороны пыталась на ощупь найти эти комочки. Вот никак не в понимании, ну где же они, я ее щупала в магазине. Очень ароматно пахнет, прям запах клубники такой, прям. Ах, очень ароматная. Да, здесь вот они, видите, прям сделали ее даже неровная, она такая интересная очень. Какие-то просто полосочки, какая-то, чувствуется, что тут какие-то ягодки, клубники спрятались. Так, попробуем ее. Опа. Вот она внутри. Пробуем. Хрустит что-то. Как вкусно. Клубник прям такой. Белый шоколад прям с клубникой. Такой явно ярко выраженный такой клубники. Очень вкусная, сладенькая, не приторная, больше вкус клубники, прям много ощущается. И белый шоколад, да. Вкусный очень, не передать словами. Но я, честно говоря, очень удивлена, я думала, это тут нарисована просто картинка, а внутри будет там вообще что-то другое. Приятно удивлена. Такую шоколадку можно подарить, да, там на первом свидании учителю, да.
своей девушке, блондинке, например. Она розовенькая как раз такая. Вот. Напишите в комментарии, что вы думаете. Понравился вам такой шоколад или нет. И стоит ли пробовать вот такие вот остальные вкусы. Еще здесь есть два вкуса. Но я думаю, что они точно такие же. Навряд ли они будут внешне отличаться от своей, от картинки на упаковке. Я думаю, они будут точно такие же. Вот, поэтому пишите в комментариях, есть смысл ли пробовать нам их с вами. Или, ну, если вы хотите, я могу их купить, и мы можем с вами попробовать их с удовольствием. Вот, а на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Обязательно добавляйтесь в подписчики, да. И всем пока-пока.